Так, ребята, всем привет. С вами канал Вот 4. Извините, поздно, конечно, уже достаточно поздно, потому что недавно мы только отметили мамкино день рождения. Вот. Соответственно, решил уже под 11 час записать обзор. Почему бы и нет? Чтобы завтра уже действительно посмотрели его. Сегодня у нас Hyundai Universe. Посмотрим, что это за Hyundai автобус и что он из себя вообще представляет и так далее. Буду тихо очень сильно разговаривать, потому что у нас очень достаточно поздно. Выглядит у нас вот так вот примерно. Наш красавец. Посмотрим, что он из себя вообще представляет и так далее. В принципе, по моделькам могу сказать то, что нормально. Нормально. Реально нормально. По кабине у нас несколько кабин. Это так понял, что скины, которые потом мы можем... Да, которые можем выбрать. Хорошо, по 4x2, по двигателям у нас 540, 375, 405, 415, 700, 750 даже самый максимум. По трансмиссии 5.6, 12, 12.6. Хорошо. По интерьеру у нас получается мы с правосторонних, не с левой стороны, как привычно, а теперь с правосторонних. В принципе, что могу сказать? Хорошая детализация. Сама, в принципе, приборки. На руле, конечно, вот это видно, что картонка вставлена. Это раз. Плохо. Реально, я очень много раз повторяюсь. Буду повторять то, что очень плохо используют почему-то картонку. Очень интересно. Это картонка. Реально картонка. Дальше. В принципе, в целом, я бы сказал бы нормально. Я прям бы сказал бы нормально. Вот картонка. Картонка используется. Ну, в целом скажу, реально нормально. В целом нормально, за исключением. За исключением, в принципе, есть. Окей, хорошо. Дальше. Здесь понятно, что мы можем выбрать скин, который идет у нас. Пожалуйста, очень много скинов. Дальше. По аксессуарам достаточно много. Соответственно, здесь пассажиры. Плюс мы можем шторы. Соответственно, добавить также. Это непонятно, что это. Здесь, соответственно, можем дополнительно крышу поставить. Здесь что? Это, походу, все внутри. Соответственно, освещение это все, наверное, внутри. Что добавляется, это все внутри. Хорошо. Внутри что? Руль стоковый. Соответственно, мы здесь можем что добавить? Какую-то решетку. Соответственно, вообще стекло закрыть. Странно. Зачем тогда? Здесь GPS. Пожалуйста. GPS-скрин, GPS-ов. Ну, пусть скрин. И, в принципе, все. Хорошо, ладно, принимаем. Если где-то что-то не посмотрел, ребят, посмотрите. Давайте будем смотреть. Очень интересно, что за данный мод. И, соответственно... Есть моды, которые реально, ребят, выпустились. Реально, которые выпустились. Которые очень хочется посмотреть. Соответственно, все это будет на канале. Насчет Нового года. Я написал то, что у нас 31 декабря будет праздноваться с Егором. И, соответственно, все это будет. Насчет стрима 30 числа. Посмотрим. Я не знаю, что будет 30-го. До скольки будем работать и так далее, но 31-го однозначно стрим будет. Уже Новый год, понятное дело. Слушаем звук. В принципе, неплохой звук. Опять эта камера используется, типа, прям крутая. Ну, прикольно, ладно. Ладно, аварийка. У нас аварийки нету. Поворотники есть, хорошо, дворники. Три положения есть, у кого есть? Есть, то стоп-сигнал работает, хорошо. Так, анимация света. Есть, вижу. Дальше. Непонятно. А, вот. Одна дверь у нас, да, получается.
Да, у нас все работает. Анимация есть. Все, пожалуйста, присутствуй. А что это у нас открывается? Все, я понял. У нас открывается багажник. Неплохо, неплохо, неплохо. Поедем, проедемся по, в принципе, в целом. Ну-ка, физика какая? В принципе, физика нормальна. Я бы сказал, бы даже нормально. Слушайте, ну мне автобус нравится. А чё руль криво стоит, не пойму. Видите? Физика классная. Я хочу ровненько поставить. Почему руль криво стоит? Ну ладно, поехали так. В целом, ребят, что я могу сказать? Что автобус классный, используется прям реально топ. И покататься на нем бы, почему бы нет. Жалко, конечно, с левой стороны нельзя будет ставить. Но, ну ничего, ничего страшного. Самое главное то, что как есть, так есть. Слушайте, конечно, я удивлен от данного автобуса. Мне очень нравится, и под 1.43 реально круто идет. Есть малейшие такие косячки в плане картонок. Есть малейшие косяки в плане картонок. То, что на руле используются картонки, к сожалению, где-то на данной приборке тоже есть. Соответственно, очень плохо. Хотелось бы лучше, лучше. Но в целом скажу, что вообще прям супер. В целом супер, и покататься на таком автобусе, почему бы нет. Ребят, еще раз повторюсь, простите, что очень тихо говорю, потому что время уже позднее. И, соответственно, только гости разошлись и решил быстро забацать вам мод. Потому что есть моды, которые реально вышли, хочу их забацать. В целом, что могу сказать про автобус? Мне очень сильно он понравился. Покататься можно однозначно, 100% по анимациям. По анимациям проблем нету, за исключением того, что по текстурам. Мне не нравится то, что используются, к сожалению, картонки на рулевом колесе. Так вот, так в целом мне очень нравится. В целом очень нравится, очень много скинов, передач и так далее. Физика и, соответственно, прям каким-то определенным сказать то, что он говно и так далее, я не могу. Просто что мне не нравится, за исключением этой картонки. Все. А все остальное мне нравится. Все остальное мне нравится. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Пока-пока.